Стрельба в Варшаве в пятницу. Есть погибшие. В прачечной двое мужчин распивали алкоголь. В какой-то момент между ними началась драка. В ход пошел нож. Нападавший нанес смертельные удары своему оппоненту, а потом, вероятно, пытался совершить суицид. Он нанес себе несколько ударов ножом и попытался перерезать горло. Соседи вызвали полицию. По их информации, они пытались войти в прачечную, но дверь была закрыта. Когда их выбили, то внутри увидели окровавленного мужчину с острым предметом. Тот сразу же набросился на полицейских. Правоохранители начали стрелять. Злоумышленника арестовали и доставили в больницу. Позже полиция сообщила о смерти одного человека. Это был мужчина, который лежал на земле в служебном помещении и которого зарезал задержанный преступник. По делу ведется следствие.